Друзья, всем привет! Меня зовут Дима, вы на канале «Последнее время». То, что я вам сейчас расскажу, не вымысел, ибо случилось со мной на самом деле. А то, что случилось со мной, судить вам. Я не знаю, как вы, но мы в юности, в детстве любили собираться компаниями и рассказывать всякие страшилки, страшные истории, да, которые случились с нами или с нашими друзьями, или какие-то аномальные происшествия, которые когда-либо случались с нами. Вот и мы часто собирались с друзьями и рассказывали всякие ужастики, да. Вот однажды у меня был друг, с которым, музыкант, кстати, с которым мы очень плотно общались и дружили. Это было еще до того, как я уверовал в Иисуса Христа. И он мне однажды рассказал такую историю, что он был в гостях у своего друга, и они легли спать, и ему в один момент, ну, он заснул, и в один момент он почувствовал себя в сознании, но продолжающим спать, так сказать. То есть он ощущал себя, но не мог пошевелить ни пальцем, ни рукой, ни головой, ни телом. То есть ощущение было такое, что он продолжает спать, но сознание уже проснулось. И он пытался, он напугался очень, он пытался приложить усилия для того, чтобы каким-то образом заставить свое тело пошевелиться. Ему показалось, что длится вечность, да, много времени. И ничего не может. А потом ему показалось, что сзади стоит его друг Андрей, с которым они вместе спали в этой комнате, и он как будто бы трогает его за плечо. И мой друг хотел к нему обратиться: «Андрей, это ты?» И не может даже сказать ни одного слова. То есть он как будто бы его парализовало, вот такое вот состояние. И он очень сильно напрягся, ничего не мог, у него не получалось. Но потом в какое-то время, вот как будто бы как на выдохе, у него получилось все-таки произнести «Андрей». И он проснулся в жутком страхе, побежал в ванну, там смотрел в зеркале, говорит, что у него там глаза были синие, какой-то он был весь взмокший, потный, ну, напуган очень сильно был. Вот такое вот происшествие с ним случилось, и мы рассказывали много разных историй интересных. У меня сейчас нету просто так столько эфира, чтобы вам со всем поделиться. И меня эта история очень заинтриговала, мне было интересно. Я говорю: не, со мной всякое было, но такого со мной еще не происходило. Но что вы думаете, не прошло где-то несколько месяцев, может полгодика, да, меня заинтриговала его история, но я бы ему не поверил, если бы через какое-то время и сам не пережил нечто подобное, да. А так случилось, что я работал на стройке, на государственной стройке, в строительном управлении. Я там работал, не помню, несколько месяцев, может полгода максимум. То есть и работали, мы делали детский садик, конструкция уже стояла, но не было окон. То есть лежал уже керамзит на полу. Керамзит — это такая маленькая галька красного цвета. Вот. И продувались сильно вот эти пролеты между окнами, между вот этими перекрытиями, потому что окон не было, было прохладно. То ли была осень, то ли весна, то ли зима, я не помню, но было очень холодно. Я помню. И был там перерыв определенный, и мы там с одним другом начали, он на меня накинулся, мы начали так в шутку с ним бороться. Он меня так захватил за шею, и мы начали с ним бороться на этом керамзите, и у меня сворачивается шея. Причем так аж хруст был, знаете. То есть, когда тебя где-то продувает сильно, вот ты простываешь, тебя продувает, и плюс, если ты еще не так голову повернешь, не знаю, у вас были такие случаи или нет, у меня часто, особенно в юности, в детстве было такое, что я сворачивал шею, причем так, что даже не мог поворачивать ни в какую сторону.
В этот раз я свернул себе шею так сильно, что в жизни у меня такого еще не было. Настолько было больно, и я не мог поворачивать шею, только мог вот так вот в одно направление смотреть, и все. Вот результат вот такой глупости. Мы поборолись с ним на этом керамзите, в этом здании продуваемом. Вот. Я там отпросился с работы, еле доехал домой, не помню, у меня там, наверное, неделя я лежал, отлеживался, вылечивался дома. А голова у меня была очень сильно болела, я пришел, мне мама там дала, не помню, какие-то там в ампулах даже какие-то жидкость, там баралгин, анальгин, не знаю, что давала, но действительно меня обезболивало. Ну, дня 3-4 я мучился, конечно. И вот в одну ночь я, кстати, после этого случая, когда все это со мной произошло, я на следующее утро почувствовал себя очень, бодро, намного лучше себя, практически уже выздоровел. Но это была третья или четвертая ночь уже. И я очень много мучился. И я... шея очень болела. Среди ночи я ощутил себя в сознании. Я ощутил себя в сознании, как будто бы, знаете как, ну как человек с закрытыми глазами в какой-то черной... в какой-то черном вакууме, не знаю. Я ничего не видел. Я только вот ощущал себя, что я в сознании, в черном вакууме. И я хотел встать, но чувствую, что я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни головой. И даже не могу пошевелить кончиком пальца. Вот так вот прикладываю все усилия свои и не могу этого сделать. Я даже не могу пошевелить вот так вот кончиком пальца. Такое ощущение, что я в сознании и... ну, а тело мое вообще непослушно, меня не слушается. Тело как бы еще спит, понимаете? Вот такое вот чувство у меня было. И я так сильно испугался. У меня в этом состоянии пришел такой панический страх. Я думал, не знаю, что со мной, или я умер. Что со мной происходит, я не знаю. Но я так сильно напугался от этого осознания того, что ты не можешь взаимодействовать, что ты не можешь пошевелить собственным телом, хотя ты в сознании. И у меня было такое ощущение, я от этого ужаса, от этого всего, у меня было такое ощущение, что я поднимаюсь наверх на уровень, ну, там, многоэтажки, да, 16-этажного дома. Я даже не знаю, как это объяснить. Я не то, что поднялся реально, но я просто, ну, как бы подумал об этом, ощущал себя так, что я вот на уровне где-то на облаках, на уровне 16-этажного дома, и я от этого ужаса решил просто очень сильно начать кричать. И я кричал с такой, как мне казалось, с такой силой, что, наверное, весь район, там, в котором я жил, среди ночи, вот весь бы проснулся бы и услышал меня. То есть я кричал очень сильно так, так прямо, знаете, вот так на уровне 16 этажа, на весь район. И вот в этом крике, крика не было физически, я не ощущал крика, но я продолжал усиленно вот так кричать от этого ужаса, который со мной произошел. Никакого звука не было, да. Меня, конечно же, никто физически не слышал, но ощущение было такое, что я кричал на полную силу. И вот вырвался у меня только такой стон, я так... как бы стон такой вырвался, и я в этот момент прихожу, ну, как бы начинаю ощущать уже свое тело. И в этот момент я пережил еще некоторые ощущения, как будто бы я лечу в каком-то туннеле, но это не туннель, это как бы ощущение полета, да, вот шум в ушах, очень сильный такой свист в ушах, как будто ты летишь на реактивном самолете сквозь пространство, не знаю куда, и у меня было ощущение шума в ушах. Так. И в этот момент я пережил такие, знаете, ощущения мурашки по телу, полностью по всему, и вот пришел такой вот нереальный страх. Все, как мне описывал мой друг-музыкант с самого начала. И в этот момент, когда я уже пришел в себя, я ощутил присутствие в комнате какого-то, ну, зловещего существа. У меня было такое ощущение, что я не один в комнате, что как будто бы, ну, это или галлюцинация была, или ощущение было, что кто-то в комнате присутствует.
Не знаю, как это объяснить. Было ли это что-то страшное, но, может быть, осознавания того, что это было что-то такое, ну, неземное, да, непонятное, меня брал ужас. Что это было, я не знаю. Но у меня было такое ощущение, что сзади на меня смотрит какое-то существо. Я от ужаса этого еще более с головой накрылся с одеялом, с подушкой накрылся и думаю, хоть бы заснуть побыстрее, чтобы только вот этот ужас ушел от меня. То есть я был уверен, что если я повернусь и посмотрю вот вдаль комнаты, там кто-то действительно стоял. Вот такое вот у меня было ощущение, вот такое вот я пережил, друзья. И вот раньше, наверное, ну потом я утром проснулся, как я вам и говорю, и я, так сказать, почувствовал себя намного лучше после всего этого случая. Но этот случай мне запал даже после пробуждения, уже утро, когда настало, я этот случай хорошо запомнил, и до сих пор я его помню, могу вам рассказать в детальных подробностях, что я вам сейчас и сделаю. А раньше, наверное, лет 100 назад, да, можно было бы назвать это все переживание мистикой, это мистицизмом, бесовщиной, там, я не знаю, вот эти вот переживания, да. И я бы сам, я вам говорю, я бы не поверил бы, если бы другу своему, если бы сам не пережил через полгода нечто подобное. Но сейчас век информации. А, конечно же, все эти аномалии можно объяснить, они уже изучены. Что это особенности человеческого организма, им есть логическое и даже научно-анатомическое объяснение. Это так называемый сонный паралич, потому что мне некоторые ребята писали, расскажи вот об этих переживаниях и вообще поясни нам, что это такое, что мы переживаем. Вот этот сонный паралич, который некоторые люди переживают в момент засыпания или пробуждения во сне, да. А есть другая аномалия, друзья. Есть сонный паралич, то, что я вам рассказал, а есть состояние, так называемый лунатизм, да. Это другая аномалия, другая обочина, когда организм спит, но ваше тело, ваш мозг ну, не обездвиживает ваше тело. То есть, когда вот этот сонный паралич, что происходит? Почему такая аномалия происходит? Потому что когда вы засыпаете, есть центр в мозгу, который полностью блокирует вашу речь, чтобы вы не разговаривали во сне, и блокирует ваше тело, чтобы вы не шевелились. Потому что вы можете себе представить, если все, что вы переживаете во сне, заставит вас шевелиться, то что это будет? Вы тогда не сможете отдыхать. Поэтому есть в голове, в мозгу есть такая вот переключение, но это я вам так говорю, чтобы вы понимали, кнопочка такая, которая в момент засыпания человека блокирует. Человек не, ну, ну, не успевает это запомнить, потому что он погружается в сон, и в эту секунду блокируется его тело. Но бывают аномалии, когда тело обездвиживается, а сознание пробуждается. И вот эта вот аномалия, когда вроде бы ты в сознании, а тело еще не двигается. Вот происходит там буквально, ну я не знаю, ну может минуту максимум, две. Но человеку в этом состоянии кажется, что пролетает вся вечность. Но в момент вот этого лунатизма, вот есть такая болезнь даже вот там, у детей, у взрослых, не знаю, вот, может вы слышали, лунатизм. Это другая аномалия, когда организм спит, но ваше тело не обездвиживает ваш мозг. То есть, понимаете, да, вы начинаете разговаривать, хотя вы не должны разговаривать, и вы начинаете двигаться, вставать, там, руками двигать, ногами двигать, но при этом вы спите, понимаете? То есть, вы заснули, но тело ваше не обездвижено. Это другая аномалия. И вот говорят, что даже в этом состоянии человек может и говорить во сне, и ходить, и там, заниматься какими-то даже повседневными делами, которые он обычно в жизни делает. То, что ему снится, то он воплощает в реальность, да. И, там, например, даже были такие случаи, когда люди мыли посуду или даже стирали белье. У меня, друзья, было несколько случаев в детстве, которые я помню, о которых мне потом еще рассказывали. Первое. Мы в определенное время, у нас у родителей была трехкомнатная квартира, и так получилось, что мы в одной комнате с сестрой спали. Она на одной кровати, я на другой кровати. И вот однажды сестра не спала, она еще читала книгу, а я уже как бы заснул.
Из ее слов, вдруг внезапно я это рассказывая о лунатизме, теперь я вам немножко о лунатизме расскажу. И вдруг внезапно, это с ее слов, я этого всего не помню, я вскочил с кровати и начинаю бегать по комнате, якобы что-то искать, вот в поисках чего-то, да. Что-то искал, и сестра спрашивает, а что ты ищешь? А я говорю, да подожди, сейчас мне надо тут кое-что найти. Ну, видно такая вот неразборчивая речь, и видно, что признаки лунатизма налицо, да. А потом я встаю на кровать и полез на шкаф. Еще там шкаф у нас был рядом, и я полез на шкаф. И сестра спрашивает, ты куда, Дима? А я говорю, гулять. И тогда она поняла, что что-то не то происходит. Она меня взяла просто и положила, и говорит, все, засыпай. Я лег и заснул. Потом она мне на утро эту историю рассказала. Я, естественно, ничего не помнил из того, что она мне рассказала. Второй случай очень интересный, примечательный тем, что я так уже понимаю, когда человек чуть старше становится, он начинает уже запоминать все эти моменты. Но у меня в детстве очень было это развито. Сейчас чуть постарше я стал, уже такого, конечно, нету. Вот. А второй случай я был, опять же, родители мне частично рассказывали. Я спал в большой комнате, а родители в спальне. И дверь у нас была одна, переходная дверь. И родители, они еще или не спали, или сами проснулись от того, что то ли я стонал во сне, то ли какие-то звуки услышали. И они решили встать и посмотреть. А то, что вспоминаю я... Ну как, я как вспоминаю, это я не сразу. Я встал, подошел к балкону, открыл балкон. И у нас балкон там не такой небольшой, но я помню отчетливо. Я посмотрел в угол балкона и увидел... Знаете, что я увидел? Я увидел в углу на балконе красивую такую постель, кровать. Которая как бы была так аккуратно так расстелена, подушечка такая была красивая, все так аккуратно, и как будто бы меня звала к себе, знаете, ложись в эту кровать. Вот такая красивая расстеленная кровать, мягкая, белая, пушистая и такая вот прямо красивая. И я смотрю и отчетливо это вижу, и прихожу как бы в себя, я как бы помню этот момент, я отчетливо вижу и прихожу в себя, и понимаю, что в этом углу кровати быть не может, потому что там у нас обычно захламлено, там у нас лыжные палки, там грязь, там такое, знаете, все накидано, хлама много в этом углу именно. Но в тот момент, когда я был в этом состоянии, я увидел видение, я увидел четко, что я вижу кровать, причем четко, красивую очень, я прямо хотел туда уже идти и лечь на нее. Ну и благо там, я не помню, то ли папа, то ли мама подошли, меня взяли за руку, положили в кровать в этот момент, потому что услышали стоны до этого. Вот такой случай был. И еще один случай, который я точно помню, уже даже, наверное, будучи чуть постарше. Это, наверное, один из последних уже случаев, после этого уже ничего такого не повторялось у меня. Я помню точно, вернее, я не помню, я помню, что я нахожусь на кухне, и говорю папе, а папа в этот момент, уже поздно было, я уже, видно, заснул, папа мыл посуду. Ну, мыл посуду еще вечером, там нужно было посуду помыть. И я захожу на кухню и говорю папе, папа, дай мне вилочку. Вот такие вот слова прозвучали. Папа поворачивается, что я с просонья, вроде бы уже налег спать. И при чем тут вилочка? И к чему эта вилочка? И тут мне папа говорит, ты что такое говоришь? А ну иди спать. И вы знаете, когда я произнес вот эти слова «дай мне вилочку», пока я их произносил, я как бы не давал себе отчета в словах. Но потом, как бы сознание начало ко мне приходить, я пробуждаться стал, понимаете? Я понял, что весь маразм этой ситуации, то, что я действительно как лунатик подошел и делаю вещи неконтролируемые, которые у меня были во сне. Пришло сознание, я осознал это, понял, развернулся и пошел спать. Думаю, что это со мной такое было. И вот, друзья, это все это я запомнил, рассказываю вам, как ситуации, вот такие вот, да, аномальные, то, что происходило, и то, что действительно есть. Я могу много таких историй рассказывать, на самом деле, которые мне когда-то друзья рассказывали, или сам я что-то нечто подобное переживал. Но к какому выводу я пришел? Изучая лет 10 назад еще, уже будучи верующим, да, этот феномен,
И вот переживая нечто подобное, я понял, что вот этот сонный паралич и галлюцинации, которые возникают вот во сне, когда ты спишь, у человека могут возникать спонтанно. Спонтанно. Почему? Это действительно, знаете, такая некая аномалия организма, и она может происходить с вами. В каких случаях? Я заметил, ну, просто наблюдая за происходящим, может, вы тоже наблюдаете за собой или наблюдаете за людьми. Эта аномалия может происходить тогда, когда человек сильно устал, то есть он где-то психоэмоциональная перенагрузка пошла, или же, да, сильно устал, или же, если вы заболели, как у меня был случай, что я заболел, да, очень сильно. Вот тогда оно спонтанно происходит. Вот такие вот вещи аномального характера, да. Или же вы сильно перетрудились. Психоэмоциональная нагрузка, как в детстве часто такое бывает, или в подростковом возрасте, кризис среднего подросткового возраста, так сказать. То есть ваш сон в этот момент поверхностный, поверхностный, неглубокий, и нарушаются механизмы засыпания и пробуждения. А есть люди, которые специально провоцируют эти состояния, вводя себя специально всякими психотехниками в это состояние измененного сознания и переживают вот так называемые осознанные сновидения или астральные проекции, которые сопровождаются, вот опять же, вы, наверное, слышали об этом, вибрациями тела или выходом из тела, души, шумом в ушах, вот этим паническим страхом, состоянием вне тела или вот осознанными сновидениями, да, вот человек во сне начинает себя осознавать. А вот я когда-то из своего любопытства практиковал эти вещи и пришел к выводу, что этим заниматься самим по собственной воле крайне опасно. А даже простое любопытство вот этих всех материалов может вас завести в большую беду. Если вам интересно, вы можете посмотреть на моем канале видео «Астрал – это демонический мир». Там я более подробно об этом, ну, рассказываю. Может быть, чуть позже я еще выпущу видео, где я вам более подробно расскажу так сказать, об этих вот своих изучениях и путешествиях. Но то, что я вот на данный момент понял об этом всем, то, что это не какая-то загадка или какая-то... Да, это определенная аномалия человека, да, аномалия. Ну, аномалия это связано с психоэмоциональными нагрузками или же с усталостью или с сильной болезнью человека. Вот. Ну и, в общем-то, решил с вами поделиться, чтобы вы знали, что это... Ну, как бы эта проблема существует, она есть. Пусть вас Господь хранит от сонных параличей и лунатизма. Надеюсь, вы почерпнули много чего полезного из этого видео, и вам оно понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующей встречи. Аминь.